Можно, да, можно громко. Ну, на самом деле, этот вопрос интересует многих в этом зале. Просто у вас единственное хватило смелости. Да, вы молодец. Поаплодируйте, кстати, да. Номер страницы. 7. То есть вы считаете, что вот 7 это счастливое число, да? Как вас зовут? Свет. Значит, здесь вот такое гадание. Мой влюбленный, чувственный мужчина просто так не может оробеть. Раз не пишет, значит, есть причина. Значит, гибнет в классовой борьбе. Свет, вы верьте, верьте, вы выйдете замуж, я вам обещаю. Хорошо, есть еще вопросы, друзья? Такой же? Когда я выйду замуж, нет? Нет? Да, слушаю вас. Друзья, передайте, вот кто слышит, передайте, пожалуйста. Когда она станет главным бухгалтером, просто сейчас она работает токарем, понимаете, да, и вопрос задают, когда она станет главным бухгалтером. Номер страницы. 12? 13? Передайте мне, пожалуйста. 13. 13. Вы тоже считаете, что это счастливое число, да? Хорошо, я открываю. А над городом мы занимаем свои этажи. И нам хочется верить во что-то, что просто не лживо. Мы вдвоем будем верить друг другу и жить. Потому что у города с Богом пока не сложилось. А над городом ночь. Все. Простите, но вы не станете главным бухгалтером. Но это мое толкование, ничего личного. Ничего личного. Ну что, друзья, еще вопросы? Да, слушаю вас. Кричите погромче, девочки, пожалуйста. Еще раз. Стоит ли в третий раз выходить замуж? Можно я не буду зачитывать? Стоит. Называйте номер страницы. 13. Тоже 13? Тут много страниц, можно 100 какую-нибудь. 17. Хорошо. А тебе последний из строчек, как кинжал. Я любила только оболочку, очень жаль. И такое бывает, да. Ребята заиграли грустные мелодии. Не стоит выходить замуж. Да. Ну что, еще вопросы? Да. У вас тоже про замужество? Что вас ждет в будущем? Такой глобальный вопрос. В ближайшем будущем или в далеком? В ближайшем будущем номер страницы. 97, есть такая страница. Можно я матом? Или запикивать будем? Можно же, да? Господи, боже мой. Вот стою я вся такая. Послана. Ладно, глупую была бы, или рябой, молодая, при грудях, с густыми косами. А вот так сложилась первая любовь. Я подую на чаек в широком блюдице. И такой, ёвай, выйду в новый день. Ахуй страшно в первый раз, а там полюбится и прочее.